Ну вот уже первый тейкдаун. У сетки все очень грамотно в исполнении Дадагова. Старается как может сдержать Калоев своего соперника, прижимает к себе. Да, даже, по-моему, была попытка провести болевой на руку у Рузумага Калоева, но пока это не увенчалось успехом. Вот сейчас забирает шею Рузумаг Калоев. Ну, с этой позиции, конечно, провести удушающий прием очень тяжело. И мы видим, что это не получается. Но вот уже болевой прием. Армбар. Терпит Калоев. Есть все шансы у Дадагова завершить сейчас поединок. Но мы видим, как старается выбраться Калоев. Но все-таки сдача. Да, и очередная клуба «Ахмат». Привет, Ронди Роузи, как говорится. Еще одно колено, еще один мидл-кик. И вот эти удары, именно клинчи. И вот попытка удушающего гильотина со стороны Шаптукаева. И видим, что очень плотный захват и стучит. Есть победа Шаптукаева. Удушающий прием, второй раунд. Любитель всегда смешивает набор, я знаю, там тоже не работает. Вот. И, соответственно, спорт не растет никак. И те рекорды, которые там есть, они... Ну, такие, из ниоткуда. Победу этого бойца верится очень слабо. Потому что если Юнус его как бы такой известный спортсмен, то как бы... Коленом через живот заходим сбоку. Начинаем отбивать. Ну, сложно смотреть такие поединки, конечно. Да, на самом деле нет. Это просто даже с самого начала был виден сильный разный уровень. Какое-то время, безусловно, будет сопротивляться, и человек, в общем, наверное, тоже не просто так выходит и с рекордом. Другое дело, что... Ну да. Другое дело, что серьезного сопротивления от него не ожидается вообще от слова совсем. И Юнус сейчас там прибирает одну позицию, другую, но, на мой взгляд, немножко торопится, потому что он мог спокойно забить уже. Ну, да. Он старается закончить именно досрочно. Не обязательно прием. Делать какой-то сабмишн. То есть это красиво, но... Не принципиально. Да, не принципиально. Победа есть победа, какая разница. Ну, по большому счету, да, как говорит Валентинович, у вас нет высоких позиций. Боевые самбисты у Украины вполне себе. Да, 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 да. Ярослав Амосов есть такой. Сейчас руку отдаст. Отдал уже. Да. Наверное, все-таки будет прием. А, ну вот треугольник с Арчигаловки.
Хорошая такая штука, интересная. Вас сегодня давно отрабатывали. Ну, вот сдача. Вот, все логично, закономерно. Победа, это его дебют за клуб «Ахмат». Логично, надо было побеждать, победил. Все логично. Позицию сверху сразу же сайт Хамзат Авхадов. Ну, для того, чтобы начать... Неудобная, конечно, позиция у бойца из Казахстана. Кстати, вы, наверное, помните, в более легких весах были у нас представители Казахстана. И, в общем-то, весьма и весьма... Ашот Ашугьян внимательно наблюдает за этим боем. Он у нас рефери в ринге. Пытается, точнее, даже не пытается, а нанес удар коленом там сейчас сайт Хамзат Авхадов. Своему сопернику, но пока болевой, интересно, на руку там пройдет или нет. Пока не поднимает рефери бойцов стойку. Али Багов должен быть поактивнее. Али Халк Багов. Вот, но для начала пропустил удар от своего соперника. Была попытка, там вот уже все, захват за шею от Али Багова. И пытается, ого-го, пытается, конечно, вырваться его соперник Ахмед Мирзаев из Дагестана. Ну и вот насколько удастся Али все-таки освободиться от этого захвата, честно говоря, не знаю. До последнего держится представитель Дагестана. И что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так шею можно было сломать, дорогие друзья. Yeah, but it is fair. Yeah, you yeah. can do it. Yeah, you can do it. Because when the referee says, let's get it on, so it's fight. And what a performance by RN Akapan. He just destroyed the opponent, and look at this guillotine choke, the perfect guillotine choke, and Ron Pereira had nothing to do but... And here we see the key moment of the fight. Господа, ваш победитель пришел к нам через два... Yeah, exactly, and actually... What a connection! He goes! And Aaron Akapan is about to finish his opponent, but... And he goes for a guillotine choke. Here, so far, no one was able to submit Ron Pereira. That's it! He taps out! Aaron Akapan is the first one, but... Look at the way he steps and one step, right? Fantastic stuff. Like I said, you kind of know what Ari wants to do, but preventing it is a complete different thing. Yeah, I mean, Ari doing a good job of defending that. That's a good strike here going under the armpit. This is the thing. Rael's still there, but he's getting frustrated. He's in such a bad position. He knows time is against him as well. He's strong with the guillotine. This is how he does it. This is the setup. That's good. That's it, quite deep, Ryan. Oh, and look at the arm across there. This is... What a performance.